привел свою знаменитую этюдную серию о Бенди. Это был великолепный портрет, рассказ о прекрасном народе, изумительной стране, полной чарующей романтики и красоты. The Shagin belonged to the next, you can say slightly, you know, next generation. About Virishagin, it was said that he's not just a painter, he's a painter-philosopher. В Индии он рисовал все, что привлекало его внимание, концентрируясь на различных этнографических аспектах, особенно на индийском обществе. Также сделал несколько этюдов, отражающих жизнь мусульман Индии. Верещагин был восхищен индийской архитектурой. Он неустанно делал зарисовки и писал маслом здания, памятники и другие сооружения. Знаменитый Тадж-Махал в Агре символизировал для него идеальную гармонию архитектуры и природы. Очарованный, он сказал: «В Европе нет ничего, что могло бы превзойти Тадж, место, дышащее торжественным спокойствием». Чувствительный подход присутствует не только в его изображении Таджа, но и в некоторых других этюдах, например, в «Вечернем озере». Махал, словно жемчужину, роскошную жемчужину, плывущую по великой реке, плывущую словно на барке. Мне кажется, что это, конечно же, словно в сказке. Когда я смотрю на жемчужную мечеть, то я думаю о красоте и тайне этого народа, создавшего столь великую красоту на земле. Полотна Верещагина, написанные в Индии, выделяются своими красками, четкостью композиции и хорошо продуманными мотивами. Его умение запечатлеть живость красок, неповторимость природы, уникальность национальных костюмов и экзотичное великолепие индийской аристократии превращают даже его наброски в законченные картины. Он поднимался высоко-высоко в горы и видел там, в маленьких буддийских храмах, особую прелесть, красоту и достоинство этого храма и этих людей, которые жили там, высоко-высоко в горах. Он спускался со своей Элизабет Фишер, женой его, спускался вниз, и он видел роскошные, потрясающие дворцы. Я ему верю. Художник всегда мыслил сериями. Вот почему нельзя говорить, например, этот этюд хорош, этот этюд не очень. Все это вместе становится той великолепной, такой повествовательной, что ли, книгой о чудесном этом народе и чудесной стране. Поэтому, когда вглядываясь в лица, не похожие на наши лица, вглядываясь в лица далекой страны, мне сразу становится теплее. Образы простых людей, созданные Верещагиным, одинаково отличаются как точностью, так и четкостью. Они запечатлены в повседневной борьбе за выживание, помещенные в привычную им обстановку. Красоту их души и тяжелую жизнь передают легкие, струящиеся линии набросков. Картины Верещагина, написанные в Индии, являются очень важным моментом в эволюции творчества великого мастера не только по причине их художественной ценности, но и потому,
что на них с документальной точностью запечатлена подлинная жизнь Индии второй половины XIX века. So with Vereshchagin we come to the sympathy of the artist with the people, taking a new dimension. He sees poverty, he sees exploitation, he sees oppression, and he gives it a radical turn. Последним из трех русских живописцев, побывавших в Индии, был Николай Рерих. Путешественник, ученый, писатель, философ, проповедник мира, великий сын России, гражданин мира, проживавший в Индии. Рерих начал брать уроки рисования в 17 лет. Поступил в Академию изящных искусств, где учился под руководством художника-пейзажиста Архипа Куинджи. Он вырос в доме под названием Исвар. Одна из картин в гостиной полностью захватила его воображение. На картине была изображена необычайная по красоте гора. Он непременно должен был увидеть оригинал – гору Канченджангу в Индии. Он пришел сюда и в конечном итоге решил здесь остаться навсегда. Рерих Индии интересовался очень давно. Еще до революции, когда он стал уже известным художником, он много говорил о том, что очень заманчив индийский путь. В Индии его привлекало очень многое. И древнеиндийские учения, и индийское искусство. И особенно как историка, он был ведь не только художником, он был и историк, кстати, и юрист. И как историка его очень интересовала проблема древнего переселения народов. И он считал, что очень давние связи как-то очень близки, делают близкими индийское искусство и культуру и славянское. Вот очень известный всему миру наш писатель Достоевский говорил: «Красота спасет мир». Рерих добавил только одно слово: «Сознание красоты спасет мир, понимание красоты». Он говорил: мир вокруг человека прекрасен, но человек просто не умеет увидеть эту красоту до конца. И миссия художника – открыть глаза людям, показать эту красоту. И он везде искал такую красоту, которая может потрясти до самой глубины человека и сделать его чище и лучше от того, что он осознает, в каком прекрасном мире он живет. И такую красоту он нашел в Индии, и такую красоту он нашел в Гималаях. Он эти Гималаи изображал как вершины человеческого духа, к которым каждый человек должен стремиться в своей жизни. И он считал, что своей живописью он поможет людям осознать, что каждый человек является частью космоса и будет достоин его. Человек, на которого глубокое влияние оказала античная культура и богатые духовные традиции Индии. Изучение Рерихом волшебной колыбели цивилизации и убеждение в том, что основные этические нормы были сформированы в древности, стали источником очарованности страной. What he loved about Indian philosophy and Indian religious thought was
the whole concept of action, that you have to act. And that you see in Rurik's work and his life. Он создал такую философию, исходя из мудрости индийской, исходя из мудрости буддийской. Он очень уважал буддизм, они посвящали этому много трудов. Он считал, что на основе вот этой вот всей философии он может подарить человечеству особую науку жизни, секрет счастья на земле. Многие люди говорят, он как жемчужины находил мудрость во всех религиях мира, и в буддизме, и в конфуцианстве, и в исламе, и, конечно, в христианстве. Рерих пытался передать вечность Гималаев, изображая их на рассвете, когда долины еще оставались темными, и на закате, когда пики гор сверкали, как янтарь. Он насыщал горы странной плавностью линий. Горы в картинах «Метеор», «Гималайский пейзаж», «Утро в Гималаях», «Полдень в Гималаях», «Вечер в Гималаях» и снежные склоны, сверкающие в лунном свете. Не просто пейзажи, а олицетворение неутомимого духа искателя мира самим собой. Важным представляется то, что через картины Рериха Индия познакомилась с русской школой реалистического искусства. В 1974 году правительством Индии была выпущена марка достоинством в 1 рупию, увековечившая труд Николая Рериха. Работы Рериха можно найти по всему миру в частных и государственных коллекциях. Однако восхищение, получаемое от картин в музее Рериха в городе Нагар, то, ради чего стоит жить. В них чувствуется непосредственность и свежие вибрации каждой вершины и долины, вдохновившие на создание знаменитых полотен. Сегодня Нагар привлекает туристов со всего света. Именно здесь наследие Рериха продолжает воодушевлять будущее поколение художников. Многие работы Рериха очень глубоки по содержанию и несут очень глубокий философский смысл. Например, вот эта вот картина называется «Вестник». Это не просто вестник, который пришел и передал какое-то известие вот этой женщине. Это символическое понятие о том вестнике, который каждому человеку является один раз в жизни.
Он стучится в сердце к человеку, и человек должен услышать его стук. А главное, поверить ему, откликнуться и пойти за ним. Иногда вестник стучится в сердце целого народа. Тогда происходят революции, происходят войны. Это именно такой собирательный образ того момента, самого главного в жизни, который бывает только один раз. Буйные краски Рериха наделяют горы тревожной, запоминающейся прозрачностью. Только некоторые художники могли так же успешно, как Рерих, отразить меняющиеся настроения, игру света и тени и едва уловимые перемены в зависимости от времени года. He begins to see, if you like, the autonomous developments in what he is looking at. His mountains no longer represent merely outcrops of Russian mountains or whatever. His mountains have a character of their own, which is Indian. You look at his mountain studies, they're very closely related to, you know, Indian poetry, Indian ways of looking at things. So you find that the artist now has begun to respect the areas that were before merely unusual for their own wisdom. Не просто Николай Рерих был мостом между Индией и Россией. Вся семья Рерихов была удивительным мостом между Индией и Россией. Они поселились на севере Индии, в Кулу, и жили там всей семьей. И они открыли там уникальный совершенно институт, Урусвати он назывался, «Свет утренней звезды» по-русски. Это имени Елены Рерих, ее называли в Индии Урусвати. И в этом институте изучали и ботанику, и орнитологию, и даже космические лучи, там аппаратура была сложная, и геологию. То есть самые разные виды и науки, и искусства, и фольклор изучали местные. Они жили в унисон с Индией 20 лет, 20 лет вместе с Индией. То есть он говорил, что Индию я люблю так же, как и Россию. А Святослав потом, после этого, он 40 лет еще жил и нес идеи отца, идеи матери и брата, связанные как раз с тем, чтобы Индия понимала Россию, а в России хорошо понимали Индию.